В результате крушения поезда на вокзале американского Нью-Джерси погиб один человек. Более 100 пострадали. Многие из них получили серьезные травмы. ЧП произошло во время утреннего часа пик. Всего в поезде находилось свыше 250 пассажиров. Значительный ущерб нанесен зданию вокзала. Точная причина произошедшего пока неизвестна. Однако, по словам очевидцев, прибывая на станцию, поезд не снижал скорость. В результате первый вагон состава врезался в платформу, обрушив навес над станцией. Движение поездов временно приостановлено. Полиция начала расследование инцидента. Оно займет от 7 до 10 дней.